подожди. Звонок как связь, когда невозможно терпеть физическую и душевную боль, когда нужна элементарная помощь, а порой, когда нужно просто поговорить. Тем, кто лежит в отделении паллиативной медицины, уже не помогают другие виды лечения. Вообще по практике у нас, конечно, больше все-таки пациентов понимают и осознают свое положение. Основная работа все-таки – это работа с родственниками. Родственников тоже можно по ним понять, потому что они, для них это близкий человек, и тяжело принять факт данного заболевания. Проблема, с которой сталкиваются люди с онкологическим заболеванием – недостаток информации. Сотрудники отделения стараются в первую очередь рассказать все о коварной болезни. Ведь последние стадии, точнее третья и четвертая, самые непредсказуемые. Еще недавно пациентам помогали справляться с болью трехступенчатой терапии. Сейчас, в последнее время, идет переход на двухступенчатую систему, потому что вторая ступень, она становится неэффективной, потому что если переходим на вторую ступень, то у человека развивается привыкание, то мы сейчас рекомендуем сразу переходить на третью ступень или сильные опиоиды низкой концентрации. Окружить пациента заботой и любовью – главная задача медсестер и младшего персонала. Именно они находятся с больными по 24 часа в день. Туяна Барзажапова хорошо помнит свое первое дежурство и с улыбкой вспоминает про тех, кто до последнего старался радоваться жизни. Было очень как-то боязно, потому что остаешься как бы один с одним же. Ну и мы, как медсестры, мы, конечно, самые близкие люди получаемся для них. Сказать какое-то доброе слово, допустим, даже тактильный контакт, это все равно как бы лекарство для него получается. Бурятское отделение паллиативной медицины работает с 2012 года. Сегодня в нем трудится 15 человек. Мы располагаем 5 койками и плюс еще 10 коек у нас во второй клинической больнице. Но в плане у нас будет расширение коек до 10, и мы намерены работать и также оказывать паллиативную помощь. Врачи отделения придерживаются мнения, что если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Поэтому они призывают родственников не паниковать, а сделать жизнь больного по максимуму обыденной. Светлана Шакунова, Даниил Жаркой, телекомпания ТВ.